Здесь я уже 10 лет попал сюда за организацию ограбления с целью завладения материальными средствами, втроем мы. Я это все организовал, и по сечению обстоятельств пришлось в этом всем участвовать. Ничего связанного с убийством не было в планах, но такое сечение обстоятельств получилось, что там оказались люди, и, как всегда бывает, не хочется, а получается, и потом уже, когда осознаешь это все, понимаешь, что сделал глупость. Предшествием этого всего был тот образ жизни, который вел. Это все с детства. Таким ребенком и не был, что был каким-то хулиганом. Никогда никого не обидел, всегда заступался. Просто, как обычно, стремился к чему-то такому, чего не надо. Деньги, машины, мысли такие были. Я как раз уже в армии появилась семья. Родился ребенок, но мне было тогда 18 лет. Какая там семья и о чем там может человек думать. Прожили 5 лет с женой, вот ребенок. Расстались. Ну и началась такая жизнь, так это, ту, которую не дожил, продолжал жить ей. То есть оброс опять же друзьями, начались криминальные какие-то кражи. А кража она сама по себе, влечет за собой безнаказанность. Кажется, что ты все можешь, все хорошо у тебя. Кража перерастает в большую кражу, большая кража, если получилось, перерастает еще в большую кражу. Хочется каждый раз больше, больше, больше. Но эти деньги, которые были получены в такой способ, не принесли мне никакого удовольствия, никакого счастья. Они как-то появлялись, куда-то исчезали, ничего не приобреталось. Только вот я помню, что действительно они меня гробят, потому что наркотик. Деньги, наркотик. Я коноплю курил, и я очень предан был ей. Можно сказать, я был гуру. Это страшно, страшный был человек. Очень много я присидел людей. Считал пьянство намного тяжелее, чем курить коноплю. Потому что конопля там расслабился, посмеялся, покушал. Я так считал. И вот я многим людям помог с одного греха утонуть в другом грехе. Они бросили употреблять спиртное, начали курить коноплю. Наркотик размягчает мозги до такой степени, что уже перестаешь понимать, где добро, как оно вообще выглядит, есть ли оно вообще. То есть начинаешь обозреваться на мир до такой степени, что существуешь только ты и все. И этот мир ополчился против тебя, и тебе просто нужно быть воином. Если ты сейчас не нападешь, нападут на тебя. И так потихоньку стал таким злым человеком. И это все действительно, это наркотик. Роман після звільнення поринув у нове життя. Все складалося нібито добре. Знайшов роботу, житло, будував перспективи. Минуле згадувати не хотів, бо з самого дитинства всі його думки були направлені на недобрі вчинки, що згодом переросли у серйозні злочини і завершилися засудженням. 5 років провів Роман за колючим дротом у колонії посиленого режиму. Там він намагався утвердити свій авторитет серед акул тюремного світу. І хто знає, як би склалося його подальше життя, якби не зустріч із віруючими. Щось торкнулося його душі. Роман почав читати Біблію і задумуватись над Словом Божим. Йому відкрилися очі на його власне життя. Він побачив інші принципи свободи, ніж ті, до яких прагнув. Свободи справжньої. І Роман, знехтувавши статусом у колонії, пішов працювати. Він побачив у собі стільки недоброго і прагнув змін. Він пізнав Божу любов. І там, за колючим дротом, Роман відчув себе вільним. Тепер він інакше дивиться на світ. То, що там, у колонії, який називають зоною, і тут, поза колючим дротом, що зветься свободою.
здесь как нельзя лучшие условия для того, чтобы человек задумался над своей жизнью. На свободе этого невозможно практически. И ответ прост. На свободе человек суетен. У него суета. Он просыпается утром, и у него на первом месте деньги. Нужно заработать деньги. А если деньги, это значит какая-то суета, она сопряжена с какими-то работами, с какими-то вот моментами. И этому человеку вряд ли доступно слово, он просто его не услышит. Здесь человеку не нужно напрягаться, чтобы искать деньги, чтобы себе заработать, покушать. Здесь кормят, довольно сносно кормят. Если не быть таким привередливым, можно кушать и нормально себя чувствовать. И у человека разгружается мозг, у него спадает очень много обязанностей, таких, которые мир навязывает, которые увлекают человека в суету. Здесь человек останавливаются. Здесь нету машин, здесь нету вот этой суеты, очередей. Как на свободе, как люди живут? Нужно выглядеть как все, как минимум. А максимум уже лучше всех. Ну, то есть для этого нужны средства. А здесь черная одежда, ну, никто к этому не стремится. Вот отпадает. И вот этих моментов очень много. Вот этой шелухи. Роман висновки зробив. Ще там, у колонії, він зрозумів, що на волі людина насправді не вільна. Він сам відчув, як круговерть, здавалося, вільного життя пробує захопити в пастку. Необхідність виживання змушує крутитися, підлаштовуватися під стандарти цього світу і часто жертвувати принципами. Звільнившись, Роман з товаришами розпочав власну справу. Зайнявся виробництвом сайтів. Справа нібито пішла. Молода команда активно просувала власні проекти не лише в Полтаві, а й у інших регіонах України та Росії. Прагнула вийти на ринок Європи. Але сталася криза. І Роман зрозумів. Господь часто ограничує нас в определених можливостях і заробітках для того, щоб ми ще в определених моментах не готові к цьому. Потому что очень тяжело оставаться верным Господу. И, к сожалению, на сегодняшний день очень многие люди меняют комфорт, деньги, власть на отношения с Богом и на жизнь вечно. Опинитися без Бога теперь Роман дійсно боится. В этой суете мирской очень часто не хватает общения с Богом. Мы сейчас фирмы даже начали очень много уделять этому внимание. Я уверен, что Господь руководит этим и покажет. Потому что действительно общение с Господом – это самое важное. И надо идти рассказывать людям о Христе и о том, что Он сделал для нас. Вот для меня понравились такие слова, я их взял к себе на вооружение. Если я прожил день и никому не рассказал о Христе, то я прожил этот день да. Перебуваючи за колючим дротом, Юрій багато що переосмислив зі свого життя і багато чого згадав. Родители мене воспитували строго, но все равно на многое закрывали глаза. І я там 14 лет возвращался там 4 часа утра. Был у меня такой момент в жизни. Я сделал проступок, за который наказан. Я понимал, что я понесу наказание, и я как порядочный парень не шел, чтобы получить то, что я заслужил. Тогда я не задумывался о том, как зовут ту силу, которая всем руководит, но я сказал: Боже, помоги мне, пожалуйста. Я сделал это, и я хочу, чтобы ты мне помог. Если ты есть действительно, и ты мне поможешь, я перестану говорить глупости на тебя. Это мне было 15-14 лет. Я пришел, я был ошарашен. Те, кто меня должны были наказать, их не было. Я уже когда в тюрьме был, я вспомнил этот случай. Почему-то мне всплыло, я забыл поблагодарить Бога. Тоді, відчувши свободу, Юрко швидко забув про цей випадок. І знов покотилося безшабашне життя. Він з дитинства хитрував і лукавив. Його вигадки не вели до добра. Не вірила йому навіть рідна мати. Він бавився наркотиком. Його зухвалість, підступність і самовпевненість росла разом з ним. Коли йому було 25, Юрій потрапив за грати. Але й під слідством, у тюрмі, він виявляв свій характер. Буквально перед тим, як мене посадили, посадили теж ребят, їх теж було 3 чоловіка, і похоже розбійне нападіння, тільки у них на вулиці. І у них теж був потерпевший, который умер. И я захожу в эту камеру, лежит этот парень. Он был организатором того преступления. Я был организатором этого преступления.
Я смотрю, он с Библией. Ну, и дерзкий такой был. Говорю, я заметил, что все в тюрьму попадают, и все сразу верующие, все сразу в масках. Он говорит, ты знаешь, действительно так, но вопрос заключается в том, в маске ли я или нет. И как-то мы начали дискуссировать, я говорю, да нет, ну Бог, ну какой Бог? Я говорю, как Бог может позволить пролитие крови? Как это может относиться к Богу? Я вообще люблю голубей. И мне не давало покоя, как можно было приносить в жертву голубок. Они невинные. Как можно их было убивать? Он на этих моментах не мог мне объяснить. Я говорю, Бог действует. Нельзя так. И он начал что-то доказывать. Чем больше он начинал доказывать, тем больше он давал мне поводов задавать ему вопросы и вопросы. Я его нарочно провоцировал. И он вспылил. Юрій досяг свого. Він був зухвалим. Жорстко утверджував своє «я». І тепер відчував перемогу. Але той, кого здавалося він скорив, знову заговорив до нього. Я лежав удовлетворений, і він говорить, ти знаєш, Семен, Бог кожному чоловіку дав талант. Ти чоловік красноречивий, з тобою дуже важко вести дискусії. Якщо ти преслідуєш якусь ціль, то ти знайдеш все, щоб захистити своє мнение. Можливо, в тебе є дар від Бога проповідника, а ти його хорониш в собі. Оно мне сначала польстило, а потом я понял, что это не то. Как-то оно так прозвучало. И вот от этого человека потерял вообще из виду. Ця зустріч карбувалася в його пам'ять. 2 роки Юрій перебував під слідством у тюрмі. Суд виніс вирок. 15 років позбавлення волі. Відбувати покарання його відправили у полтавську колонію посиленого режиму. Змінилося місце його мешкання, режим життя і одяг. Але в серці Юрій залишився тим же – жорстким і зухвалим, лукавим і підступним. Виправна колонія – не тюрма. Тюрма – це слідчий ізолятор, де значно жорсткіші правила і умови. У тюрмі в тісних камерах закритого типу утримуються ті, хто перебувають під слідством – до часу винесення вироку, а це місяці і роки. На прогулянку їх виводять один раз у день і лише на 1 годину. У виправній колонії значно більше свободи. Тут засуджені проживають у спеціальних гуртожитках, де є певні зручності і умови для відпочинку і саморозвитку. Вони можуть вільно рухатись і проводити час в межах дільниці ресоціалізації, яку називають «локал». За певним розпорядком засуджені ходять у їдальню і на роботу. А ті, хто бажає навчатись і здобути професію, відвідують школу і училище на території колонії. Є тут клуб і бібліотека. Але є і дисциплінарний ізолятор для тих, хто порушує режим, дисципліну і порядок. У колонії Юрій не раз потрапляв до дисциплінарного ізолятора. Конфліктував із засудженими, адміністрацією і бунтував. Він продовжував жити за тюремними поняттями і самоутверджуватись. Але було в нього захоплення, без якого він не мислив свого життя. Сам музикант, і для мене музика – це життя. Без музики взагалі не можу. Він дізнався, що в колонії є клуб, де деякі з засуджених займалися музикою. Юрій приєднався до них. Музичні інструменти були старі, апаратури майже не було. У мене була мрія – апаратуру сюди, тому що ну, 15 років все-таки це не рік, не 2. З музикою все-таки веселіше. Хотілося тут зробити якийсь художественний колектив серйозним. У мене була мрія робити музику. Не играть чью-то музыку, а вот делать музыку. Я объявление в газету дал, отсюда написал. Рассчитывал, что меценаты какие-то найдутся, у кого-то аппаратура может дома стоит. Ну, я так и писал в объявлении. Поделитесь, были бы благодарны, но никто не откликнулся. Второй план у меня был другой. Прийти, войти в доверие какой-то конфессией, завладеть расположением и выпросить какую-то аппаратуру. Та нічого з тими планами у Юрія не вийшло. Через його бунтівний характер адміністрація колонії невдовзі заборонила йому відвідувати клуб. От після тих подій, коли мене видворили звідси, мене закрили на підвал. Я там був як свій на підвалі. Мені заборонили взагалі на клуб приходити. І він шукав вихід. Якось зустрівши Максима Сторожука, такого ж засудженого, як і сам, у Юрія визрів план. Він знав, що Максим віруючий. І по суботах ходить на служіння, що проводиться
поряд с кімнатою для занятия музыкой. У меня две цели было – аппаратуру и вернуться в коллектив, заниматься любимым занятием, играть на инструменте, на каком-то. И я через Максима говорю, давай я буду ходить в церковь. Максим, конечно, Максим радушно, он-то не подозревал, какие у меня планы. Пришел к адвентистам, а сам на служение прихожу, 5 минут побыл и матываюсь к своим ребятам, беру инструмент. Вот, один раз меня поймали, а потом на меня облавы начали делать. Вот. Сказали, если мы тебя еще раз заметим, не на служение, а где-то, все, путь вообще будет закрыт на клуб. Ну, я думаю, я матерый, как-то будет. Ну, вот. И все-таки пришел, и меня поймали, и все, запретили мне вообще на клуб появляться. Без музыки він не знаходив собі місця. І Юрій почав читати. Первая Библия, которую я прочел, это была детская Библия. Иллюстрированная, я смотрел картинки и читал. Я прочел, мне стало интересно. А потом Максим дал же книжку мне. Одну, вторую. Потом мне попалась книжка «Архив Люцифера». И меня заинтересовало. Я говорю, дай что-нибудь еще почитать. Взял «Великую борьбу». Максим показав йому бібліотеку. Через півроку Юрій знову попросився на служіння. Цього разу він намагався бути обачнішим. Я себя заставлял сидеть на служении. Опять же, был план заниматься музыкой, но думаю, нужно приучить начальство, что я буду ходить на служение. Я там на задних рядах сидел, слушал, участвовал в молитвах, пели псалмы. Я там тоже пел, потому что музыкант, чуть не спел. А невдовзі в його житті сталося неочікуване. Приходит человек, говорит, тебя заказали на этап. Я не понял, я думал, шутка. Пришел, говорят, нет на этап. Приехал, я был в шоке. Меня обвиняли в двойном убийстве. 99-го года. Оснований для того, чтобы меня обвинить, несколько. Они такие дымчатые, но я знаю, как они это все делают. То есть я начал переживать за свою жизнь. Не шутку, а действительно стал переживать. Тюрма – це невиправна колонія. Тут панують жорстокість і страх. Одні – сильніші, ламають інших, слабші. Тут йде боротьба за виживання, за самоутвердження в тюремному світі. Свозят меня вообще в другой город, закрывают меня в КПЗ, серые, страшные. Камера, насколько маленькая, там такие доски, где спать, и сразу же за досками туалет. И если походить хочется, то нужно ходить по доскам, где спишь. Со мной была Библия. Я не знаю, как она попала. В моих вещах была куртка, которая служила мне подушкой, и была Библия. Меня затюкали до такой степени, что я заходил в камеру, я не осознавал, что происходит. Хочется чем-то себя занять, чтобы вот это вот все, в чем меня обвиняют, хотя бы расслабить. Думаю, ну хотя бы кусочек газетки какой-то, чтобы почитать хотя бы отвлечься. Потом смотрю Библия. Зачем газетка, если есть Библия? Я открыл Библию, как вот обычно неверующие люди открывают, на каком-то месте. И это был 49-й псалом. Я начал читать, тупо читать, просто читать, хотя бы отвлечься. Я понимал, что меня захотят, сделают виновным. И это все уже подходило к той грани, где я мог подписать эти все протоколы, что я просто виновен. Физически, психологически невозможно вывести. Просто вынести этого всего. Страха не было уже. Просто прострация. Знаете, вот в таком состоянии можно сделать все, что угодно. То есть покончить жизнь самоубийством, там, подписать все, что от тебя захотят. То есть все. А я в этот момент, Господь меня тогда побудил просто читать его слово. И Юрий почав читати Біблію. Не понимая, что здесь написано. Просто буквы читал. Я дочитал до 16 стиха, и я читаю вот эту строку. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои. Такое писание у меня сложилось, что он обратился ко мне. Я возвращаюсь чуть выше к стихам. И здесь он в 14 стихе говорит, принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. На тот момент это было просто нечто. Я понял, что мне никто не поможет. Я вспомнил детство, когда я попросил Бога, чтобы меня избавило. Я вспомнил все. Я начал читать, и я в молитве просто попросил Бога. Господи, если ты есть, ты меня, пожалуйста, избавь от этого всего. Я не знаю, что происходит. Но если я приеду в зону, я всем своим друзьям, я в церкви, я расскажу тебе, о тебе, я расскажу, как ты меня избавил. Вы знаете, это был 13-й день пребывания меня там. 13 дней меня прессовали. 14-й день, я ночь не спал, я читал Библию. І раптом він відчув, що страх змінився на спокій.
Я ждал, когда откроется дверь. Я просто ждал, насколько был уверен в том, что все будет хорошо. Все 13 дней я переживал по каждому шороху. Где-то кто-то идет по коридору. Я уже понимаю, что это за мной. Если открывался замок, и каждый щелчок отдавался в каждом уголке моего тела. То есть это насколько было неприятно. А здесь я просто уже стоял под дверью. Я знал, что я им отвечу. Я зашел туда, там ребята выбритые на лысо. Те же преступники, как я, только они приехали дознаваться у меня. Я зашел, я со всеми поздоровался. Говорю, подождите, одну секунду. Я хочу просто сказать два слова. И вы уже посчитаете, стоит ли продолжать, не стоит. Это ваше решение. Я говорю, я понимаю вас, что вы меня вправе подозревать. Почему? Потому что я совершил такое же преступление, в котором вы сейчас меня обвиняете. Я сказал то, чего никогда не говорил. Видит Бог, я вам говорю правду. Все, в чем вы меня обвиняете, я в этом не виновен. Я говорю, если вы считаете, что вы должны продолжать, говорю, продолжайте. Это ваше право. Бог мне свидетель, что я вам говорю правду. Все вообще остолбенели. Один человек кулаком хотел меня ударить по голове. На их начальник сказал стой. Вот после этого стоя они по одному начали выходить. Все молча происходило. Один он остался, такой говорит, тебе еще приедут, поговорят. Все, держись. Никогда мне этих слов не говорили. И он уже, когда за порог проходил, меня Бог побудил, знаете, вот, благословить его. Я говорю, спасибо, пусть Господь вас благословит. И все, он ушел, и я сидел, я насколько... Я вообще уже, ну, тогда уже я был другим человеком. Я тогда сразу же перестал курить. Библии я уже не доставал. Я ее читал, читал, я понимал, что Господь меня вот так вот спас. Юрія повернули на місце відбування покарання у Полтаву. На радощах його горде «я» знову взяло гору. Я не выполнил того, что обещал Бог. Только приехал, я сразу, тут мои друзья, я рассказал, какой я герой, как это все я победил их, как я это все вынес сам. Рассказал, как мучили, в таких красках, что я лучший. Та гордився Юрій недовго. Я подрался. Меня закрывают на подвал, насухо. Вот, на подвале Господь так распоряжается, садят ко мне осужденного тоже. Я ему начал свидетельствовать о том, что Господь сделал в моей жизни, как я все эти трудности перенес его помощью. Я тогда уже понял, что мне нужно быть в полном. Отсидел 15 суток, поднялся, буквально через 2 дня меня опять закрывают на подвал. После этого я понял, что я не сделал что-то, что пообещал. На подвале Святой Дух говорит, ты ж пообещал Бог. И все, я с уверенностью поднимался уже на барак. Я был уверен, что я приду и засвидетельствую то, как меня Господь избавил. Такий злочинець. Преступник – це той чоловік, який нарушує закон Божий. Не тільки закон можна нарушити, який створив определене государство. На сьогоднішній день я вважаю, що, мабуть, нету ні одного громадянина, який не нарушує государственний закон. Це преступники. Якщо я встановлюю неліцензіонне програмне забезпечення, я вже ворую. І у нас просто менталітет в Україні такий. Я коли отримав права, я не розумів, наприклад, коли тебе грішники встановили где-то, то відкупитися, не заплатити 500 гривень, а лучше 100 гривень, ну, менше ущерб собі. Один определенний момент мене Господь облечив, так, і я прийняв рішення, що я или буду не нарушать, или если я нарушил и обосновательно, то я буду платить то, что мне выпишут. И действительно, мы способны определенные моменты нарушать и не осознаем. Вот девушка, она может неосознанно подталкивать к греху парня своим одеянием или своим поведением. И то, как она одета или как она себя ведет перед парнем, она может подтолкнуть его на определенные греховные, я не говорю уже действия, но мысли даже. Роман зрозумів, що по цей бік колючого дроту – на свободі. Люди часто не помічають, як стають порушниками і злочинцями. Цей світ є теж в определеному понятті зони. Да, тут немає обмеження в рухі, але тут все одно є определені обмеження для кожного. І як в зоні, так і тут, якщо ти будеш десь щось нарушати, то ти будеш за це наказувати. І сатана помістив нас всех в эту зону земную. И мы сейчас действительно за хорошее поведение мы можем быть только амнистированы и уйти по УДО, другими словами, попасть в Царствие Божие. Тут, на свободе, Роман бачить людей, які мають високе становище і достаток, але не знаходять змісту життя. Ми общаємося з директорами, дуже много директоров, дуже много владельцев каких-то фирм, организаций, которые страдают от того, что они не могут найти себя и не могут
примени тебя в этой жизни. Они не знают, для чего они созданы. И слава Господу, Бог открыл нам эту возможность проповедовать высшим слоям общества города Полтавы. И есть уже опыты такие, что люди начинают молиться, изучать Писание. И слава Господу. По обидва боки колючого дроту – життя, по обидва боки – люди, по обидва боки – обмеження. Свободу людина отримує, звільнивши душу, підкорившись вищому закону. Юрій покаявся. Я покаялся во всем. Я покаялся в том, как обманывал Максима, как я маму обманывал. Действительно было до слез. И я понял тогда, что все. Я не буду без Бога ни одной минуты своей жизни. Перестал быть тем лгуном, которым я был. Я увидел это все в маминых глазах, когда она мне поверила. Когда она перестала плакать. Когда она со мной встречалась здесь на свидании. Вот она сюда приезжала и плакала. Спустя время вона перестала плакати. Вона во мені увиділа того, який говорить правду. Переміни в характері Юрія помітили всі. Іноді мої браті здесь, які називають фанатиками. Я настільки довіряю Богу, в будь-яких обстоятельствах я завжди прошу Бога, щоб він благословив. Я повністю довіряю Богу. Прийде час, він мене відсюди виведе. І, звісно, благословить. Він мені подарував жену. Я здесь був і от женився 2 роки назад. Жена теж адвентистка, прийняла Ісуса Христа. І Господь благословляє во всьому. Я знаю, що моя життя повністю підчинена Богу. Недавно у Юрія народився син, і це для нього радість і велика відповідальність перед Богом. В любой жизни каждый человек прикасается к Богу, то есть обращается к нему, обращается за помощью. Бог всегда милость свою проявляет ко всем. Но вот обращение о помощи – это уже призыв Бога помочь. И вот с тех пор вообще Бог от нас не отходит. И я считаю, что он меня с того времени начал вести, вести к тому, кем я сейчас стал. По обидва боки колючого дроту є зло і неправда. По обидва боки є обмеження і тиск. По обидва боки у людини є вибір – справжня свобода життя чи життєва зона.